Планета Imperial, и сегодня мы с вами поговорим о новой продукции. Продукция называется Airbag. Надувные подушки, либо как это в простонародье называют, бэкджампы. Данные подушки используются для батутных комплексов, либо для горнолыжных склонов, для прыжков с трамплина. Давайте более подробно посмотрим, что это за изделие. Это надувная подушка. Ее можно делать любого размера, исходя из вашего батутного комплекса. Вы просто нам говорите размеры и высоту вашей ямы. Если высота ямы 1,20 м, подушка делается примерно 1,30 м. Данная подушка работает на постоянном подуве. В комплекте поставляется два насоса, и, соответственно, подушка работает. Также есть различные клапана для регулировки жесткости подушки. Сейчас чуть позже посмотрим. Когда накачивается подушка, вы устанавливаете подушку и крепите ее к непосредственно своему батуту, данными липучками. Это верхний пен, снизу надувная подушка вместе с грибами. Данный пен крепится с помощью определенных веревок внизу. В комплекте поставляется целая бомина веревок, которая притягивает пен и подушку. Изготавливаем, делаем несколько технологических отверстий для того, чтобы подушка регулировалась и воздух непосредственно выходил. Здесь непосредственно установлен насос, с помощью специального рукава воздух подается в саму подушку. Здесь сделано технологическое отверстие с клапаном, куда подключается на липучку непосредственно сам рукав до насоса. Перед тем, как сделать заказ, вы нам рассказываете, где непосредственно у вас есть технологическое отверстие, чтобы мы могли поставить насос. Уникальность этой подушки в том, что вы можете регулировать жесткость данной подушки не только насосом и подачей воздуха, но непосредственно регулировкой воздуха. Здесь установлено вот такое технологическое отверстие, которое вы прикрываете, и с помощью нее выходит воздух. Соответственно, подушка становится более мягкой для непосредственно батутных комплексов. Соответственно, ее прыгают непосредственно новички. Подушка должна быть более мягкой. Если нужна подушка более жесткая для профессионалов, данные отверстия открываются. Особенность и уникальность присоединения насосов и подушки. Это новая разработка, запатентованная технология компании Imperial, подача воздуха с помощью определенной гофры. Данная гофра непосредственно сделана так, что под нее можно гнуть, и воздух подается под любым углом. В чем же отличие, если это будет обычный УВК-рукав? При загибе он закрывается, подача воздуха уменьшается, подушка перестает работать. Соответственно, в своем батутном комплексе вы можете поставить насос под любым углом по тем отверстиям, которые у вас изготовлены. В каждой площади, в каждом квадратном метре подушка одинаковая по жесткости. Подушка немного сделана высокой жесткостью, из нее очень вылазит. Два клапана, где посмотрим самую мягкую жесткость подушки. Подушка стала меньше, мягче, и вылазит немного посложнее, но для новичков это самое то, что необходимо. Данные подушки подходят в любые батутные комплексы. Подушки полностью сертифицированы, изготовлены по запатентованной технологии компании Imperial. Мы можем изготовить подушки с любым логотипом тента, мы можем нанести брендирование и изготовить самые кратчайшие сроки. Сроки изготовления могут быть от 1 недели. Звоните, обращайтесь, подписывайтесь на наш канал, звоните, мы вас проконсультируем, как лучше изготовить подушку для вашего батутного комплекса и сделать ее такой, чтобы ваши клиенты стали довольными и приходили еще и еще раз.